Демонстрация учебного процесса выполнения работ под напряжением до 1000 вольт. Мы рады приветствовать вас в Камышинском технологическом институте, филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет. Одним из направлений деятельности института является повышение квалификации электротехнического персонала для выполнения работ под напряжением в электроустановках до 1000 вольт. Предлагаем вашему вниманию отдельные виды работ, выполняемых бригадой, сформированной из учащихся Камышинского технологического института, проходящих курс практического обучения выполнения работ под напряжением в электроустановках до 1000 вольт. Первая предлагаемая вашему вниманию работа – замена дефектного штыревого изолятора на промежуточной опоре VL 0,4 кВ. Следующая из предлагаемых вашему вниманию работ – замена дефектного штыревого изолятора на концевой с подкосом опоре VL 0,4 кВ.
Вашему вниманию предлагается демонстрационная работа по замене поддерживающего зажима на промежуточной опоре VL0,4 кВт.